Суперпрофи 2024 – конкурс, где молодые специалисты могут рассказать о своей профессиональной деятельности и получить статус лучшего в своей сфере. Суперпрофи проходит уже не первый год и ставит свои задачи выявления и поощрения профессионалов в различных отраслях. Для участия в конкурсе необходимо было предоставить жюри видеоролик, продемонстрировать свое ораторское мастерство, обозначив, почему моя профессия лучше, и показать подготовленный творческий номер. 20 молодым специалистам, подавшим заявки на первый городской этап республиканского конкурса, предоставился шанс доказать свою уникальность и профессионализм с помощью креативных номеров на сцене. Суперпрофи – это конкурс молодой и для молодых. В прошлом году он впервые проводился в Республике Беларусь. И сейчас, видя интерес к этому конкурсу и видя полезность этого конкурса, ну, безусловно, решили проводить его, проводить и дальше. Почему это важно? Это важно, во-первых, для того, чтобы мы поощряли молодых работников предприятий, учреждений, организаций. Они, каждый из них уже из себя представляет что-то, конечно, как личность, конечно, как профессионал. И очень важно, чтобы вот на этой площадке конкурса эти люди могли проявить себя, показать лучшие качества. И это, согласитесь, это очень серьезный аргумент для дальнейшей мотивации. Мотивации в работе, мотивации в совершенствовании, мотивации в движении вперед. Несмотря на огромный опыт за плечами одной из участниц, она впервые участвует в конкурсе «Суперпрофи». Более 20 лет Раиса трудится в Белтелекоме и довольна своим местом. Раиса рассказала о преимуществах своей работы. Именно из-за разнообразия направлений ей по душе ее профессия. Я могу попробовать себя в разных направлениях, начиная от телефонной связи, станции, коммутации. Постоянно двигатель прогресса является наша компания. И мы можем всегда усовершенствоваться и шагать в ногу со временем, с совершенными технологиями. У нас есть танцевальный коллектив в Белтелекоме, хор есть, вокально-инструментальный ансамбль, ну, певцы, танцоры, все в комплекте. Мы кусочек своего творчества сегодня готовы продемонстрировать. Маргарита Мазунович пришла на конкурс «Суперпрофи 2024» с желанием победить. Она уже около 6 лет работает на пресс-газе и знает все об особенностях работы с людьми. Маргарита участвует, чтобы продемонстрировать свой профессионализм и доказать, что будущее за молодежью. Марина Булатова уверенно двигалась по служебной лестнице. Одновременно с этим она участвовала в различных конкурсах. Марина любит свою работу и не упустит шанс на звание суперпрофи. Я работаю с гражданами, непосредственно заключаю, перезаключаю договора, делаем расчеты, перерасчеты за газ, то есть решаем все вопросы населения, которые могут возникнуть, так скажем, к нашей организации. Работа с людьми – это всегда очень интересно и непредсказуемо, потому что у каждого свой характер, у каждого свои требования и так далее, но мы всегда стараемся находить, так скажем, общее решение проблемы. Я занимаюсь заключением договоров, поиском клиентов, мониторю их, предлагаю наши услуги, продвигаю, участвую в различных акциях благотворительных. Сфера, в которой я продвигаюсь, набираюсь профессионального опыта, это достаточно интересно, разностороннее. Я двигалась по карьерной лестнице, начиная от специалиста, обычного за окошком, и это достаточно богатый опыт по работе с людьми, и по работе с юрлицами, и по работе внутри коллектива. Городской этап конкурса прошел успешно, и организатор уже готовится к следующему областному этапу. Номинаций было несколько, от суперпрофи в сфере промышленности до суперпрофи в сфере работы с молодежью. Награды и признания со стороны коллег получат все участники, ведь быть профессионалом в своей области – это всегда почетно и заслуживает уважения. Анастасия Пашкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, новости Бреста.